Всем привет, с вами Артём, и сегодня мы посмотрим на мод из игры Starbound, который называется Freeman Killer Mini Horror EP Pack. В общем, этот мод дает нам два меча. Два меча в крови, самурайских меча, у которых на правую кнопку мыши ничего нет. И разница у них в уроне буквально минимальна. То есть у этого 24,8 скорости атаки 3, у этого 29,7 скорости атаки 2,9. В чем прикол этого мода? Заранее предупрежу, ну, как видите, спецудара никакого нету, потому что это, ну, как бы катаны. Плюсы этого мода: он дает вам еще костюм самурая. Вы, может быть, видели много стендов в самурайской одежде. Вот он дает вам такой же костюм. Вот он, броня самурайская. Минус в чем этой брони? Шлем океана. То бишь, чтобы получить эту броню, вам нужно всего лишь солярий, что, в принципе, не так сложно. Но вам нужно шлем океана, то есть броня океана, синего качества. То есть предпоследняя вроде. А вот. Но вы ее не сможете себе скрафтить, ибо у вас... вы должны играть, если мне изменяет память, за хилотов. То есть если вы играете, как я, за гличей, у меня такой брони нет. Вот вся броня, которая у меня идет. Поэтому я никак в принципе не могу себе скрафтить этот доспех. Единственное, что я, скорее всего, у всех, это совершенный нагрудник. Вот, который дает самые нормальные статы. Вот. Но я не могу скрафтить нигде эту броню. Ну, то есть, либо через командную строку, да, вписать себе ее. Ну, что, естественно, я делать не буду. А вот, ну, то, что это неинтересно. Вот, поэтому заранее предупреждаю, что этот мод именно для хилотов. То есть, если вы будете выбирать водную расу, тогда вы спокойно сможете скрафтить себе эту самурайскую броню. Статы у нее, она больше идет в атаку. Тут 150, 120 и 210. Так что я думаю, что этого вам, в принципе, сколько это у нас будет, получается, 270, 480 атаки. Это даже очень неплохо, если считать, что, к примеру, 180, 72... и 108. Ну да, в разы меньше. А вот, ну здесь 90, 150 и 60. Ну, короче, как вы поняли, в принципе, оружие неплохое, оно мне идет по такому урону из-за моего топового костюма. А вот. Я как бы советую этот мод, но только для хилотов. Заранее предупреждаю, что потом не было, почему я не могу его скрафтить, почему-то не предупредил и так далее и тому подобное. Ну, ссылка на этот мод, естественно, будет в описании под видео. Ну, а на этом я пока что закончу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока!